Друзья, всем привет! Только с улицы. Очень холодно. Я обычно снимаю первую часть видео, да? А тут снял, пошел машину смотреть, ну и решил снять видео. В общем, видео снял, поэтому есть что сказать перед видео. В видео уже говорил. Короче говоря, машины есть, машин много. Реально, рынок такой подзабитый, машины стоят прям плотничком. Выбор, ну, в принципе, есть всего. Плюс машины везутся. Но, опять же, цена на автомобили, она растет. Да, вот поговорил с продавцом, продавец говорит, я вот сегодня буду переписывать цены на автомобили. Еще раз вернусь к этому, то что я ни в коем случае никого не защищаю, да, но некоторые думают, что продавцы там зарабатывают огромные деньги на одном автомобиле, который стоит там, допустим, 1 000 000 рублей. Да, то, что там по 200, по 300 тысяч. Ребят, такого нет. Все прекрасно знают, да, кто в этом, что в этом во всем виновата. Ладно, бог с ним. Еще один момент, смотрите, есть, у меня, короче говоря, проблемы со связью в квартире дома, у меня просто связи нет, вообще дозвониться вечером до меня невозможно, то есть если вы не дозвонились на обычный телефон, Wi-Fi, слава богу, придумали, Wi-Fi интернет есть, поэтому звоните по WhatsApp. Дальше, следующий момент, народ, я днем работаю, вот на улице сейчас минус 16, ветруганище дует, многие то, что ты не берешь трубку. Вы поймите, работать некогда будет, если я буду брать трубку. Общение днем в WhatsApp, то есть написали голосовое сообщение, написали там словами что-то, я освободился, я сел в машину в тепле, я спокойно прочитал, я всем ответил. Отвечаю всем. Вечером, пожалуйста, набирайте в WhatsApp, звоните, вечером можно пообщаться. Дальше, напоминаю, все больше и больше вопросов. Ребят, подбор, осмотр автомобиля стоит не 10, не 15, не 20 тысяч рублей. 2000 рублей стоит осмотр одного автомобиля. Заходите на сайт drom.ru, копируете ссылочку, скидывайте, отправляете мне ее в WhatsApp, я ее проверяю. Вот. Следующий момент. Могу ли я обслужить автомобиль? Да, я начал это практиковать. Раньше я этого не делал. Сейчас, если вы приобретаете японский автомобиль через меня, там со вторым козеленым углом. Кстати, что касается, где я смотрю автомобили и какие я смотрю автомобили. Автомобили я смотрю везде, что на рынке, что по городу, что в других городах Приморского края. Абсолютно везде. Вот, поэтому смотрите автомобили во всем Приморье. Если вы покупаете автомобиль, мы можем его поставить в сервис, если это гибрид, обслужить батарею, если это обычный автомобиль, поменять масла, фильтра, сделать какую-то комплексную диагностику, просто обслужить автомобиль. Вот, поэтому, кому нужна помощь, пишите, звоните в WhatsApp. Вот, ну, идем смотреть цены, которые я уже знаю. Друзья, одна из стоянок авторынка «Зеленый угол». Honda Freed Spike, черный цвет. Стоимость автомобиля 815 тысяч рублей. Объем двигателей 1,5 литра, коробка передач. Вариатор. Если автомобиль 4 ВД, то устанавливается автомат. Хороший, практичный, надежный, семейный минивэн. Размер колес. Так, 185, 65, 15. Ну, в принципе, они все идут на 15-х дисках. Рядом стоит Nissan Note, автомобиль 2019 года выпуска. Аукцион, статистика, цена не указана на данном автомобиле, но будем искать, где есть цена. А далее стоит у нас Honda Fit Shuttle, гибридная версия, стоимость автомобиля 795 тысяч рублей. Автомобиль 2014 года выпуска, Cool Edition, комплектация. Сейчас поговорил с продавцом, говорит, надо переписывать ценники, поэтому, возможно, цена будет отличаться от дрома. Потому что реально идет повышение цен. Многие пишут то, что третья Mazda какая стоит. 1 015 000. Axela Sport 1,5 литра. А вы знаете, вот все почему-то на продавцов такие злые. Продавцы, барыги, цены повышают и так далее. Ребята, а при чем здесь продавцы? Я не то, что кого-то там защищаю, да, но все хотят жить. Если вы думаете то, что вот на вот этой бибихе продавец зарабатывает 200 тысяч рублей, которая стоит 655 тысяч, то вы ошибаетесь.
вы реально ошибаетесь. Все прекрасно знают, кто у нас виноват, да, в поднятии цен на автомобиль. Да не только на автомобили, в принципе, на все. Посмотрите, как продукты у нас растут. Итак, BB Music Box — это очень клевая, крутая комплектация. Аукционный лист 3,5 балла, пробег у автомобиля, реальный пробег 64 тысячи километров. Стоит Toyota Corolla Fielder, вариатор 1,5 литра, 885 тысяч, автомобиль 2016 года, климат, автоторможение. Ну, это продавец имеет в виду то, что стоит датчик при столкновении. 915 тысяч рублей. Рядом стоит Toyota Probox, Toyota Succeed, объем двигателя 1,5 литра, коробки передач, вариатор 4WD, 4 кнопки, сиденье диваном. Имеется в виду, мягкое сиденье сзади установлено. Стоимость автомобиля 815 тысяч рублей. Это хорошая цена. Хорошая цена за данную комплектацию. Фрид. Там у нас стоял Спайк, а это Honda Freed. Чем они отличаются? Я уже во многих видео это говорил. Во-первых, Фриды есть двух, где два ряда. Есть автомобили, где три ряда. Спайки. Ровный пол сзади получается. Во Фриде ровного пола не получается. 870 тысяч рублей стоит данный автомобиль. Toyota Corolla Fielder 18 год, 1 миллион 45 тысяч. Это у нас гибридная версия стоит. Honda Fit, автомобиль 2017 года выпуска, объем двигателя 1.3, коробка передач, вариатор. Цена... Ценника не вижу, к сожалению. 4 балла, 77 тысяч пробег указан на автомобиле. CHR, 2019 год, автомобиль 4WD. 4WD, стоимость данного автомобиля 1 миллион 725 тысяч рублей. А многие спрашивают, со скольки работает автомобильный рынок «Зеленый угол». Ребята, автомобильный рынок работает с 9 часов, но основная масса продавцов начинает подходить где-то в 9:30, без 15, 10, в 10 часов. Honda Fit 4WD, хорошая комплектация, 1,5 литра, 4WD, 3,5 балла, 855 тысяч рублей. 855, но за 4WD это... За гибрид это хорошая цена. Это очень хорошая цена. Так, еще один спайк стоит. 825 тысяч стоимость данного спайка. Филдер VXB комплектация. Крутая комплектация. 3,5 балла. 148 тысяч пробег. 895 тысяч. 895. Опять же, многие сравнивают, не то что сравнивают, а говорят, там правый руль растет в цене. А вы обратите внимание на левый руль. Возьмите новый автомобиль и посмотрите, сколько он стоил, ну, допустим, год назад, допустим, 1,5 года назад. Фрид гибрид 835 тысяч. Машины есть, машин понавезли. Действительно много машин. Очень много. Так, что у нас еще здесь есть интересного? Есть у нас Suzuki Solio, гибридная версия, аукцион 4 балла, такой ярко насыщенный, красненький такой вишневый цвет, автомобиль на литье, зимняя резина установлена, стоимость 755 тысяч рублей. Что берут? Опять же, что взять? Берут все до миллиона. Вот серьезно, все до миллиона. Филдер, еще один Филдер. X-Trail. 16-й год, 2 литра. Все двухлитровые. 1,570, я так понимаю. Nissan Sirena. 18-й год, 2 литра, гибрид. 1 миллион 375 тысяч рублей. Еще один Honda Fit Shuttle.
735 тысяч рублей. Видите, машинки как плотничком стоят на стоянках. Daihatsu Mira ES 485 тысяч. Еще один Wish 925 тысяч рублей. Один миллион 200 тысяч рублей, 16-й год. Toyota Corolla Axio, Wish на вариаторе, Axio вариатор, Wish объем двигателя 1.8, Axio полторашки, 985 тысяч рублей. Toyota Sienta, старый кузов, 12-й год, 730 тысяч. Это минивэн. Пробокс, 16-й год, 1.5 литра, 770 тысяч. Honda N-Wagon, 14-й год, 4WD, стоимость не указана. А Escudo свеженький стоит. Ни разу не смотрел такой автомобиль, не берут их. И цена. Цена тоже не указана. Вот здесь мы не все автомобили я снял. А Suzuki Ignis, передний привод 705 тысяч. Вид, старый кузов, объем двигателя 1 литр. Тоже вариатор, 508 тысяч рублей. Honda Shuttle 935 тысяч. Nissan Note 5 ценника. Wish, один из, наверное, таких лучших ходовых минивэнов. 1 миллион 55 тысяч. Кейкар Вагон R. Недорогой кейкар. Он на климате, 16-й год, гибрид, но цена на нем не указана. Ребят, пробежался вот по стоянке, по небольшой, по одной из многих стоянок, поснимал цены, как видите, машины действительно есть, машины покупают, выбор есть. Напоминаю, у меня один телефон, один единственный. Мой телефон можете найти в описании под каждым видео на моем канале. Также напоминаю то, что вечером до меня дозвониться проблематично в том плане, то что в квартире просто отсутствует связь. Поэтому пишите, либо звоните в WhatsApp. На сегодня все. Всем хорошего настроения.